Здравствуйте, мои дорогие. У меня в последнее время срочные сообщения. Сейчас просто сижу, работаю, и приходит у меня на WhatsApp сообщение от моего наставника в Essence. Да, и она мне говорит: Света, смотри, регистрацию у тебя из Германии. Один номер, ни фамилии, ничего нет. Девчонки, вот как бы я все время говорю о том, проходите по ссылкам, но прежде чем регистрироваться, сначала свяжитесь со мной, я вам все вышлю. Сейчас еще больше уточняю. Если вы хотите зарегистрироваться из любой страны Европы, то вы мне обязательно в этом случае, вот в этом случае прям 100% обязательно мне сообщите. Я вам скину ссылку именно, чтобы зарегистрироваться в Германии, в Англии, там, ну, в Польше, вот кто меня смотрит, да? То есть вы поняли. Потому что вот эта ссылка, которая наша по России, не работает на другую страну. Пожалуйста, сначала свяжитесь со мной, кто хочет зарегистрироваться из другой страны. Хорошо, девчонки? Понятно? Коротко вот сейчас сказала, потому что из Германии кто-то зарегистрировался, но без фамилии и имени. Откликнитесь, я вам скину. Свяжитесь со мной, как можно, через Инстаграм. В Инстаграме у меня там WhatsApp. Можете со мной так связаться. Представьте. Здравствуйте, Светлана, я ваша подписчица. Хочу зарегистрироваться в Essence. Я вам скину германскую ссылку, где вы пройдете и будете, ну, пользоваться продукцией. Либо работать там, если захотите. Так что вот сейчас просто откликнитесь, кто зарегистрировался из Германии, там, кстати, просто номер. Нужно указывать обязательно электронный адрес, чтобы вам пришел номер и пароль. Там пусто, ничего нет. Так что еще раз повторяю, кто хочет зарегистрироваться в Essence, по моим ссылкам, сначала свяжитесь со мной. Особенно из стран Европы, из других стран, не из России. В России тут нормально, девчонки заполняют, и как бы все нормально. Из другой страны Европы. Пожалуйста, свяжитесь со мной, еще раз говорю, я вам скину вашу ссылку, германскую, польскую, чешскую от себя, понимаете? И вы сможете пройти регистрацию и обслуживаться у своей стране, в своей стране, не из России из складов, а в своей стране, напрямую из Чехии. Все, пока-пока, все, что хотела сказать, пошла дальше работать.